радіокомпанія АТВ вітає всіх телеглядачів, хто зараз з нами і запрошує на політичну кухню АТВ. Партнер нашої програми – меблі «Фокс». І сьогодні гість нашої політичної кухні – депутат від фракції партії регіонів у Сумській міській раді Ігор Перепека. Раді вас вітати. Доброго здоров'я, пане Ігор. Добрий день. Ігор Олександрович, що ми будемо сьогодні готувати? Що ми сьогодні, да, вкусненько їдемо. Да, сьогодні готувати ми будемо плов. Плов. Настоящий узбекський. Да, ну, вообще рецептов плова очень много. Плов надо готовить в казане. Ну, так как мы костер не можем тут организовать, ну, да. И казан тоже организовать не можем, поэтому берем такую сковороду. Вообще, плов – это довольно-таки старинное блюдо. Информация о нем еще есть 2-3 век до нашей эры. Я знаю, что у Александра Македонского. Да, но Александр Македонский уже позже. Пришел он с Индии. В Индии он был вегетарианским блюдом. Уже в Персии он оброс мясом, можно так сказать. Да, потом постепенно он поднимался сюда-сюда, выше-выше. И первый раз в Европе он появился, когда французское турецкое посольство приехало во Францию. Да, а да, как да, плов добрел до семьи Перепек? До семьи Перепек тоже интересный вопрос. Мой отец, царство ему небесное, служил в Узбекистане, в Ташкенте. И вот он часто нам рассказывал, что тарелка плова вкусного стоила 7 копеек. Шашлык настоящий узбекский, 22 копейки. Когда он служил в армии, у них 3 рубля была зарплата, да, и они себе позволяли это блюдо. Да. У старшины роты 7 рублей. Да, 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 да. Так, что нам нужно делать? Так, ну для начала надо разогреть сковороду. Вообще, плов готовится из риса девзира. Это, вот это он, да? Да, это он. Он у нас такой интересной расцветочки. Да, в продаже. Он рассыпчатый, он не слипается. Так, чтобы руками они берут его, да? Его надо заранее минут на 30-40 в воду, чтобы он в себя воды. Ну, я чуть-чуть больше, там час-полтора часа. Прошу заметить, у нас уже подготовлено все. Да, Юрий, да. Игорь, все-таки, а? Сразу вспоминается брат. Вот брат в гостях, да, в гостях, да, да, был, да, недавно Юрий Александрович. Да, да. Брат 2. Вкусное жаркое нам делал. Сегодня так, можно сказать, надеюсь, что наша передача называется «Брат 2». Да. Масло нужно, я так понимаю, не жалеть. 200 грамм. Что делать с луком? Кольцами? Режем кольцами, да, полукольцами, не очень тонкими. Угу. Хорошо, но перед тем, как его порезать, мы его чистим. Ну, обязательно, без так. Гостю мы даем самую большую. Я беру, как обычно, шеф-повар, самую маленькую, ну и тебе вот самую красивую. Ну, спасибо, так, работаем. Приятно. Да. Что с морковкой? Морковку, в отличие от шубы, угу, известной, да, можно не жалеть. Угу. Понятно. Плов, морковку очень-очень любит. И часто вы так балуете своих? Дома? Да. Ну, редко. Редко вообще балую. В молодости было чаще. Из-за этого, наверное, и страдаю сейчас. Работа. Да. Общественно-политическая деятельность. То есть это все на плечах жены Наташи. Знаем, потому что почему Наташа? Потому что у Юрия Александровича тоже Юрий Наташа. Александрович уже все рассказал. Очень тяжело Наташи после него ходить, он все расскажет. Потом две Наташи попробую сказал подтянуться. Вообще плов состоит из двух частей. Это угу, зермак угу, сначала готовится, а потом уже сам плов. Угу. Это... Так, а там уже можно бросать, так, да, наверное, да, лучок, да? Можно, да, уже бросать. Угу. Вот это по-настоящему. Мясо вообще применяют баранину, но так как случае... Сан Саныч говядина. Ага. Сан Саныч меня поставил в такую ситуацию, что я не успел заказать баранину. Ну правильно, молодого поэтому... барана нет, а старого, да, нам не надо. У нас поэтому старых много. Говядина кубиками. Не, а толщина какая? Да, небольшая, нормально. В общем, каждый ну, должен заниматься вы своим делом. Да. Да, 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 скажите, да, как это? Давайте. Я тут занимаюсь. Мясо должно быть в рационе, обязательно, да?
Согласен должно, но если человек хочет отдохнуть по-настоящему, он должен отказаться от мяса. Да, так что... Ну, на в то время, когда он хочет отдохнуть. В разумных пределах. Да, в разумных пределах. А если он отдыхать не хочет, а в бой и в бой, поэтому мясо надо. Так, а время готовить вообще есть? Нету. Времени катастрофически не хватает. Это работа, опять-таки, общественная деятельность или как? Политично-громадская деятельность. Политично-громадская деятельность. Это уже добре. А сейчас работы только добавилось, я так понимаю, да? В связи с событиями в стране. Да, работы не то, что добавилось, а с ней не успеваешь справляться. Особенно то, что случилось сейчас у нас в стране. И что у нас случилось? Что у нас случилось? У нас, наверное, как всегда, кто-то хочет что-то замутить. Поэтому интересно. Мы из-за этого страдаем. Люди, которые проиграли выборы 2015 года, 2010 года, в основном, я бы сказал, вот если это по городу Сумы взять, это 2011 год. Угу. Сейчас им очень уж хочется вернуть все назад и стать реванша. Да, взять реванш. Ну, есть те, кто выборы проиграли, а есть те, кто просто взяли и вышли на улицы, люди обычные, которые не имеют отношения к политике совершенно. Они же есть, правда? Они есть, но я думаю, их очень-очень мало. Очень-очень мало. Даже знаете, с учетом того, сколько людей в Киеве стоит? Ну, люди в Киеве тоже разные стоят. Есть, я согласен, есть, которые едут, их, если сравнить, ну, тех, что в Киеве стоят, в общей массе, то, конечно, те, кто едут за свое, за что-то, то их немало стоит. Но очень много стоит за зарплату. И это плохо. Когда люди стоят за зарплату на таких акциях, это очень-очень плохо. И почем стоим? По-разному. Я знаю, вот приехал товарищ, говорит, тут в Киеве стоят, говорит, ребята стояли в кафе, обсуждали Западной Украины, обсуждали зарплату от 250 до 150 гривен. А почем стоят от партии регионов? Да, с другой стороны. От партии регионов за деньги не стоят. Вы сами себе противоречите. Подождите, нет, но я же не сказал. От партии регионов, если и есть, то это суточные. Конечно, ну, ребята вот поехали, к примеру, на день, на митинг. Ну, просто ж так не будет. Надо же кофе попить. Что только кофе. И поесть надо как бы. А в Киеве за суточные 30 гривен как-то не Конечно, а какие суточные? Ну, мы же все взрослые люди, мы же понимаем. За 30 гривен сейчас даже кофе не попьешь. Абсолютно. А ребята поехали на митинг вот тогда, когда вас обвиняли, что автобусы организовали? А морковку можно? Или нет? Или в другое время? Не-не-не, морковка будет после этого. Понятно. Меня лично не обвиняли. Юрий Александрович, Юрий Александрович. Юрий Александрович, по-моему, резко выразился на эту тему. Конкретно сказал, что Евгений П. его подвел под это. И он это не организовывал. Но сейчас он возглавил штаб по координированию всех этих действий. Так не организовывал или поездки не было? То есть поездка была, но ее не организовывали? Поездки не было, автобусы стояли. Доказательства есть. То есть никто не отрицает. Почему, знаете, тяжело были, это готовить, разговаривать. Ну, ничего страшного, но интересно. Вам не привыкать. Потому мы на кухне, а не в эфире. Вот оно как-то, между прочим. Кстати, мне кажется, уже пора. Не-не-не. Нет? Морковку, если можно. Еще одну? Так всю морковку. А чеснок нам сюда просто, да? Чеснок, да, чеснок надо почистить целым. Целым нужно почистить, потом мы будем его туда вставлять. А как вы считаете, в 2004-м тоже люди стояли за деньги? О, я в 2004-м сам стоял, поэтому я могу сказать, нет, конечно. Ну так а почему же тогда нет, сейчас? Конечно. Тогда мы ездили и на своей машине, ездили и автобусами, и свои автобусы использовали. И сами платили еще деньги, наверное? Нет, сами не платили. Денег не платили, тут делить не буду. А с какой стороны? Мы, нас тогда... Так, давайте так, я не успеваю вам отвечать, потому что я получаю перекрестный допрос. Беседа. Да, беседа. Вообще похоже на перекрестный допрос. Так вот, мы тогда поехали, нас очень подкупило слова Ющенко,
будуть платити усі, але потроху. Тобто ми поїхали тоді за налогообложенням. Ми розраховували, що налогообложення буде, ну, як би це сказати, чоловічне. Да, тобто, хоча, я вам скажу, от этот єдиний налог, який був введен благодаря нашому нинішньому прем'єр-міністру, а тоді чоловіку, возглавляючому налогову інспекцію Николаю Яновичу Азарову, это, я думаю, тот налог, о котором мечтает полмира людей. Да? И письмо, которое прислало МВФ, из-за которого в основном и не была подписана ассоциация, одним из требований МВФ это было ограничение единого налога. Вы сейчас это говорите как политик или как предприниматель по поводу налога? По поводу налога я сейчас говорю как предприниматель. Если у нас все так неплохо, зачем нам тогда идти в Европу? Ну, вообще, даже в программе партии на регионов написано евроинтеграция. В Европу мы идти должны. Но в Европу идти мы должны на равных условиях. Только на равных. Ни в коем случае не на том давлении, которое нам сейчас предложили. Там же не только... Вот я вам приведу такой пример, то, что в основном интересует людей. Если у человека не будет собственной лаборатории по приему молока или аппарата для доильного аппарата, все, молоко продавать нельзя. Угу. То есть уже у нас бабушки наши, дедушки, села, индивидуальное хозяйство практически не смогут зарабатывать себе на жизнь. А что же об этом раньше не подумали, когда сказали «идем»? Европу, все дружно. Юрий Александрович был на гостях, поддерживал президента в этом решении. Вот очень интересный вопрос. Вот вообще проблема... Вот теперь будем сыпать морковку. Да. Да, хорошо. Да, теперь бросаем морковку. Проблема наша, чтобы перед батьком... Бросаем. Сейчас аккуратненько. Да, проблема наша в том, что... Основной вопрос евроинтеграции Украины стоит ведь не в самой евроинтеграции Украины, а вопрос стоит в том, что есть проблема между Европой и Россией. Это геополитика. Ой, выскочила у нас на плиту. Геополитика между и, конечно же, Соединенные Штаты Америки. Здесь где-то рядом. И вот нам надо в этой проблеме всей, этих, можно сказать, трех полюсов, надо как-то... По межкрапелькам. Поэтому, я думаю, когда возникла проблема с Россией, что они так и не хотят с нами вести переговоры по газу, мы знали, что готовится договор о евроинтеграции. Он готовится 3 года. Готовят его кто в основном? Клерки. Вот мы объявляем, что мы идем в Европу. Мы готовы к подписанию на Вильнюсском саммите. Но когда сделали анализ, то увидели, что мы идем не на равных. Не на равных. А что же поэтому вы так долго вы сказали, делали? 3 года. Анализ сделали. Делали 3 года сам договор. Готовили. Там больше 800 страниц. Больше 800. Анализ, я думаю, сделали вот за вот этот период. Такое ощущение, что всех регионалов по Украине поставили в не очень удобное положение. То есть они сначала вещали и на сессиях, и на областных, и на городских, что мы идем, да, а потом им пришлось оправдываться за действия президента и Кабмина. У вас все хорошо. Вопрос же сложный, поэтому мне надо как-то уйти. Я думаю, что Юрий Александрович как бы получился, да, месяц назад агитировал за Европу. А мы и сейчас агитируем. Отказываемся. Мы сказали, мы идем в Европу. Мы не отказываемся, мы идем в Европу, но мясо не успели. Мы через Россию. Все дожарим, все будет хорошо. Мы идем в Европу, мы продолжаем движение к евроинтеграции, мы продолжаем готовить договор, но договор уже равный
а не на условиях те, которые нам предъявляют. Почему бы нам Европу не построить у себя? Все как-то не построим, все как-то строим, строим. Так надо себя начинать. Даже в Библии написано, если вы хотите что-то изменить в этой жизни, начните с себя. Давайте выходить, вот, давайте возьмем улицу Петропавловска. У нас там очень много, даже сотни. Вот. Сейчас предприниматели переживают за то, что там болот новый построили, что они не смогут проезжать. А никто не сказал, а давайте я завтра с утра начну вытягивать шланг и буду мыть плитку, как на Западе делают. То есть мы заливаем водой? Достаточно. Все. Думаете? Не думаю. Еще надо. У нас же рис будет. Нам же еще рис. Влейте все, наверное. Так мне, я знаю, как бы, что нужно положить так, рис. И туда вставляем чеснок. Ага. Но чеснок надо еще. А чеснок же надо в рис чистить. Вставлять, смотрите, или нет? Я просто не знаю, как. Давайте я чищу. Ну вот вы сказали прибирать улицы, да, вот просто выйти там. Европу. Да не надо, просто цветы посадить у себя на балконе, да? Да. Но если мы говорим о европейских ценностях внутри каждого из нас, в доме, в каждом, то может быть тогда европейское государство не должно направлять... А что такое европейские ценности? Ну, европейские ценности, вот это... Не надо, мне не кажется, надо. Это, не, мне кажется, надо, это все, прежде не всего государство защищает своих граждан. Граждане не боятся. То есть это правовое государство. Да? Чего у нас, сказал, к сожалению, не очень как-то. Ну как? Не ну очень. Так, ну где-то, не, ну где-то мы там что-то думаем. Вот давайте поговорим, ну, не будем говорить там сейчас о Европе, давайте поговорим о городе Сумы. Вот вышли студенты. Так? Вышли. Вот я согласен, что в понедельник очень большая масса студентов, тех, которые шла, они шли за какую-то идею. Но, когда провели анкетирование среди студентов, они даже не понимали, что в этой ассоциации нету такого пункта, как безвизовый режим. Его просто нету. Студенты в шоке были от этого. Второй вопрос, в этой ассоциации не написано, а когда же мы попадаем в Евросоюз? Вот когда нам конкретно скажут, что мы... Ну, вы знаете, не каждый политик прочитал все эти 800 листов. Согласен. Вот я вам скажу. Согласен. И тоже не каждый знает, в основном что никто там нет не читал. Безвизового режима. Но я, например, знаю студентку с ОБС, которая это читала. И которая конкретно уже рассказывала, что этого нет. Ну, я думаю, очень мало людей, которые прочитали. Ну, а вот вам не кажется, просто если бы наше правительство, президент, как бы с самого начала, потому что за это начали говорить только за 2 недели до подписания. А если бы сразу проходила такая работа, возможно, не возникли бы вот те... Да, да. Ну, Сан Саныч, кто проверял этот договор в основном? Клерки. Ну ведь правильно. Они же кому-то докладывали. Вот мы все рассчитываем, что президент... Игорь Александрович, я не говорю президент. Но мы же его не подписали. У каждого министра. Я не знаю, сколько там патронатной службы, в которую входят профессура, правильно, клерки, лучшие... Клерки, ну... правильно. Клерки, которые будут говорить, да, там все класс, там все хорошо. А вот когда уже коснулись, когда премьер-министр пришел к президенту и говорит, этого подписывать, когда он сам прочитал. Когда этого подписывать нельзя, ребята, этого же подписывать нельзя. Ну вот все-таки... Сан Саныч, вот ну это знаете, понять. Как пример? Ну вот все журналисты ITV готовят выпуск новостей, а вы потом вечером смотрите и говорите... Да, и в шоке. А нет, ребятки, это в эфир не пойдет. Как-то так примерно? Да, 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 вот примерно как-то не очень как-то руководящая работа. Оно же не уж... В нужном русле шла тогда. Поэтому я все это проверяю заранее и ставлю задачи. Вот. Вот, и передача не попала, например, на эфир. А все знали, что она должна была попасть. У нас такого не бывает. Не бывает. У нас такого не бывает. Мы даже в пожарном порядке, и человек знает, что он снимает. Не, ну, если уже говорить об этом, то я вам скажу, самое главное, что это увидели. Сам единственный президент, ну вот давайте быть честными между собой, единственный президент, кто ближе всего подошел к этой проблеме, именно подписанию договора, это Виктор Федорович Янукович.
То есть вы хотите сказать, что Виктор Федорович Янукович не имел ни малейшего представления и ничего не знал, когда Беркут избивал студентов под елкой? Ну, все-таки вообще, давайте об этом говорить. Вообще, ну, вот оно произошло, да? Да. Вы можно представитель... Можно тарелочку какую? Да, конечно, конечно. Провластной выложить партии. Чеснок. Ну, как бы... Так, выкладывай. Все равно, в принципе, отдуваться приходится теперь регионалам за это все. А вот скажите мне, пожалуйста, а кто такой Беркут? Беркут — это спецподразделение, правильно? Не, а кто там служит? Милиция. Милиция. Не, милиция, понятно. Это граждане Украины, так же? Которые выполняют приказы. Ну, естественно, они правильно. Наемников у нас нет. Правильно. Ну, мы же сейчас понимаем, что приказ был, и приказ был отдан генералам, которому нужна была провокация. Да, я которому, еще не слышал. Которому нужна, которым была нужна провокация. Ведь мы же знаем, что когда не подписали договор, президенту нужно было то, что сейчас произошло? Нет. А кому это было нужно? В большей степени это искра нужна была, да? Так... А искра какая должна была быть? Вот так, а должно кто... было быть избиение. А кто же этот человек, который отдавал этот почему приказ? Почему никого не уволили? Ну, до сих наказали. Пор? Сан Саныч, ну мы же правовое государство. Мы же не можем брать и налево, и направо сразу увольнять. В общем, когда мы засыпаем рис, кстати, у нас есть плов, кстати, напомним. У нас сначала политично, а потом кухня. Ну да. То есть кухню мы не забываем. Вы меня так этой евроинтеграцией... Все-таки первое политическое у нас, а потом кухня. Да, да. Ну поэтому ничего страшного, все будет хорошо. Ну да, зрители-то не попробуют же, правильно? Ну, они не будут знать, получилось это или не получилось. Любая хозяйка. Это пересол вот там, в тарелке, а не досол или как-то так. В голове. Да. Да. Так что мы, если что... Поэтому я считаю, что то, что случилось на Майдане с 29 на 30, в первую очередь, это нужно было оппозиции. Им нужна была искра. Вот смотрите, в это воскресенье, когда они объявили марш миллионов, искра какая была? Вот вы заметили, какую искру они первую придумали? Они придумали ночью, появляется сообщение информагентства английского, по-моему, да? Да. О том, что Янукович подписал с Путиным, сдал Украину, подписал таможенный союз. Опа, она не сработала, сразу к обеду опровержение. Я же вообще такой солью не пользуюсь, я пользуюсь... Это не очень соленая она такая получается, она мелкая. Да, я пользуюсь такой каменной. Солью. Большой. Каменной, да. Большой. Ну, мы просто тут решили интеллигентно. Дома все пользуются той. Булыжниками этим. Интеллигентно, даже со стаканчика. Да, поэтому я считаю, то, что произошло, ну, с одной стороны, это и лучше. Сейчас и пар выйдет. То, что люди вышли, Европа сейчас взяла в разговоре с Украиной совершенно другую интонацию. Они готовы как бы уже и финансово помогать, и что-то пересматривать. Так что, скажем так, они много сделали, те, которые вышли на Майдан, они много сделали, большую помощь оказали и президенту. Особенно большая помощь была вчера и позавчера, когда рушили Мариинский парк. Не, я не знаю. Очень большая помощь, когда выставляли баррикады. Это вандализм, это мы понимаем прекрасно. И киевляне, кстати, сейчас это оценивают. И я говорю, что... Понятно, может, когда 200 тысяч выходит на площадь, в холод, они пьют чай, им надо куда-то ходить. Мы все прекрасно понимаем, во что это превращается. Нагрелось. Но в политическом плане, я думаю, что все-таки благодаря Майдану Европа пойдет на какие-то уступки. Конечно, однозначно. Вот. Я вот за это говорю. Что вы есть... знаете, я вот разговаривал недавно со своим бывшим тренером Юрий Григорьевич. Так вот, он, у него брат занимается... В Николаеве импорт, экспорт, там у них совместное предприятие с поляком. Так вот, поляк сказал, вы, говорит, по-любому будете в Европе, потому что у нас перепроизводство. У нас перепроизводство, у нас столько товаров, мы не знаем, куда их девать. Как Игорь Перепека отдыхает?
Я говорю, Перепека как отдыхает. Не отдыхает. Да не, ну отдыхает в любом случае. А то заговорили за политику плохо. По-разному. Ну, могу сказать опять в политику. Вот на сессии Сумской міської ради вышел там, не на Сумской, областной, вышел студент и говорит, вот я 5 раз был в Европе. Игорь Перепека ни разу не был в Европе. А чё ж так? Ну, не случилось. А агитировали с братом за Европу. Не, ну мы за европейские ценности. Чеснок. А, так мы его возвращаем. Обязательно. Обязательно. И он потом выкладывается в тарелке. Специи вы скажите нам, пожалуйста. Это зира или кумин и барбарис. Классический, барбарис, да? Бор. Ну, в принципе, я считал, ничего плохого, можно и лавровый лист. Вообще, плов любит специи. А перец мы будем бросать? Нет, перец я не бросал. Да? Да. Ну, я впервые такой вот. Ну, плов нету, без перца. Нету, то, что я делаю, там... Понял, нету. Все, там все. Нету. И мы не перемешиваем, а сверху оставляем, пока, да? Пока не перемешиваем. Запах, потом запах уже пошел. Потом уже потом будем. Так. Так и что там оставляем автобусом млеть на 20-25 минут. Да, кстати, я предлагаю, пока здесь томится наш плов, пока вы сейчас будете тут завершать, да. У нас партнер нашей программы пиво Псильске. Вот. Очень поэтому вкусное пиво. Я предлагаю... Очень хороший бар. Пиво. Я, кстати, не любитель, но это даже я могу немножко... попробовать. Я вообще услышал такую интересную вещь. Если пиво не псельское, значит пиво никакое. Ну да. Так что пока нам европейцы не ввели квоты. Пока разрешают свое. Свое. Между прочим, когда европейцы приезжали на нас посмотреть, а это было Евро 2012, да, они приезжали на нас посмотреть. Другим это я не назвал. Так вот, мне повезло попасть на матч. На матч, да можно чуть-чуть, на один. Попал на матч Дания-Голландия. И вот пожалуйста, в Харькове. Чтобы легче было разговаривать. Попал в Харькове. Ну, за хороший клуб. Как раз про матч говорили. Да. И вот им очень понравилось наше пиво. Во-первых, дешевое, вкусное. И они его, особенно голландцы, так они же после... И чемпионаты еще остались. У меня теща в Харькове, поэтому я откуда знаю. Они еще там и пиво хотели бы, которые, да. Хотели оставить Харьков без пива. Да, я хотел бы еще... Вообще, плов – это самодостаточное блюдо и очень жирное. Его желательно ни с чем не подавать, но овощной салат – это ни к чему не помешает никогда. Это помидоры черри, руккола и моцарелла. Одним из ярких примеров то, как мы идем в Европу, это есть город Харьков. То, как сейчас там настроена работа, я вам скажу, нам всем учиться и учиться и учиться. Вот Алексей Марчан вспоминал про Харьков. Во-первых, то есть Добкин не только может смешить народ с кермезом, да? Ну, во-первых, еще и работает. Я думаю, он не смешит. Вы знаете, вот в каждом дворе... Он звезда интернета. Да, в каждом дворе детская площадка. Везде порядок. Вот я на прошлой неделе был у тещи. Воскресенье. Выглядываю в окно, а дворник убирает двор. У нас это возможно. Ваш брат сейчас возглавляет городской штаб, да, по стабилизации ситуации в регионе. А вы ему чем помогаете? Морально в основном? Ну, у меня тоже есть своя должность. Вы знаете, что-то рис не млеет. Не млеет? Плохо. Да. Ну вот я увеличил, поэтому ничего страшного. Да. Все будет хорошо. Не волнуйтесь. Я возглавляю контрольную комиссию областной организации. Поэтому у нас сейчас создан стабилизационный штаб по ситуации. Мы сейчас пытаемся донести ту позицию нашу, которая есть вот именно в плане неподписания. Но сейчас для нас самое важное – это без истерик, без такого нарушения жизненного тонуса, который у нас был. Давайте спокойно во всем разбираться. Тем более президент сейчас готов идти на круглый стол с оппозицией. Я знаю, что его тоже звали в штаб оппозицию, чтобы поговорить. Пришли?
Да не, ну нет, как же кто придет? Не дошли еще. Им не это нужно. Им нужно что? Отставка міського голови. Я даже не беру уровень. Чем міської голова-то? Міський голова прыгал и со студентами флешмоб устраивал. Да, полный флешмоб. Полный... Насолился Геннадий Михайлович-то. Полный флешмоб, это вы правильно сказали. Да. Это как раз оно, да. Он практически поддержал все их требования, да? Подставка... Да, кроме одного. Ну, опять же, а кто будет увольнять кабинет министров, если президент... Если уходит. Ребята тоже, ребята, лишь бы писать. Вот. Я, например, для себя открыл, что вот эти лидеры, так называемые, студенческих движений, хотя я им и тогда сказал, ребята, вы представляете очень малые слои студенчества. 2 месяца перед этим были в Польше в лагере для молодых революционеров. Они знают, как себя вести. Я выхожу, вот... Мне уже лет немало, я политик, да, я там должен сдерживаться, я это все понимаю. Он подбегает ко мне с этой вспышкой, прямо в лицо с этим телефоном, да, начинают провокационно себя вести, попробую сдержаться. Мне кажется, вам сдержаться сложнее, чем Юрий Александрович. Сложнее, хочется согласен, чисто по-мужски зарядить в бубен. Такому уж детям. Да. Да я ничего себе, дети, по 19-20 лет. Я в ихнем возрасте в армии уже бегал в сапогах. Вот я тоже говорю, жаль, что нет армии. Только да. Закончилось. Да, да, да. Так по маслицам надо, наверное. Подходит, да, да, масло туда и соля. Кстати... Оливковое, я думаю, масло. Может, оливковое? Масло. Ну, Сан Саныч, тут кажется, я вам, все-таки, да, я вам, да, доверяю. Масло Алексея Мовчана вход пойдет. Да, да, да. То есть вашего однопартийца, так что никто не скажет, что вы тут... Секретаря. Вот. Что мы масло чьё-то взяли, да, например, да, да, там, да. Батьковщины или, да, там, да, Рязного, а соль, места. Соль где у нас? Все, соль здесь. Так, ну, я знаю одно, что масло нужно не жалеть. Сан Саныч, я все-таки хочу вернуться к бадминтону. Да, так да, вот, да, я, да, да, вот я хочу тоже сказать, чтобы вы не думали, это не гольф и не шахматы, это очень такой насыщенный вид спорта. Угу. И я нагрузка думаю, идет такая, нагрузка, да? Очень сильная. Во-первых, все врачи советуют, у кого проблемы со зрением, советуют заниматься бадминтоном. Почему? Потому что постоянная концентрация на волане, она... В принципе, да. Она должна и помогает. Ну, вообще, ну, скажем так, гимнастика для глаз уже идет в процессе, да, нагрузки очень, на тело. Очень хороший вид спорта для сердца, для сердечно-сосудистой системы. Ну, я вам скажу, вы зря так... Да я пошутил. Сравнили с шахматами. И я пошутил. С шахматами этим. Вице-президента федерации. Вы вот серьезно, как к плову, как к политике, вот так и серьезно относитесь к жизни, да? Да, ну вот сегодня тоже пропустил из-за кухни тренировку. Из-за нас. Тренировку. Нагрузочка была не меньше, мне кажется. Не, согласен. Ну, нагрузка, особенно с двух сторон, тренировка, конечно, неплохая. Да, разрыв как есть. А дочери в бадминтон играет? Не, дочери не играют. Тут они учатся у меня, и спасибо им, они меня не отвлекают. Одна поступила на бюджет, что я ей очень сильно благодарен. Очень сильно, даже не могу передать, как благодарен. Поэтому спасибо им, что они, ну... Сильно меня не отвлекают, и они занимаются там, фитнес у них. Кстати, а не приходят вот сейчас они, папа, вот ты в регионах, там вот, понимаешь, ты власть поддерживаешь, а вот такая ситуация, мне там говорят, нет? Ну, у меня, как у истинного регионала, вся семья в регионах. Младшая сейчас, у нее в декабре вот буквально... Это их осознанный выбор? Да, ну, конечно, осознанный, я же их не заставляю. Они на моей стороне. Так, с пловом. Эти события плова, сейчас... Что у нас с пловом, да. Я тут мешаю, все нормально. Вы можете плов проверять. Кстати, как вы думаете, вот на следующие выборы, они, в принципе, вот вместе с президентскими, выборы в местные советы, количество
в городском совете партии регионов увеличится количество депутатов? Буду надеяться. Буду надеяться, над чем буду работать и к чему буду стремиться. Очень тяжело, когда нас 9 человек, очень тяжело какие-то решения. Вообще, я вам скажу, даже по этому решению, по обращению к президенту, можно сказать, какое у нас сформированное большинство. Да, то есть нам говорят, там большинство, партия региона, там средний мист, там. Но мы же видим, как голосуют по политическим вопросам. Как голосуют за флаг. Как, поэтому говорить о том, что у нас прощение есть... приняли не Бютовское, а приняли... Ну, не Бютовское. Ну, опять же, мы же могли принять такое обращение, как принял областной совет. Могли. А мы приняли намного резче обращение. Поэтому очень бы хотелось, чтобы у нас союзников было больше, потому что мы тоже, точно так, как и все, хотим крепкой, такой, я бы сказал, мужественной страны нашей, да, чтобы она ни под кого не прогибалась, чтобы она имела свою позицию, чтобы нас не разыгрывали как какую-то карту между собой, там, Европа и Россия. Тут много есть вопросов. И даже вот я недавно прочитал слова Отто Бисмарка в 1898 году, он, по-моему, сказал, я точно их не повторю, но смысл такой, если вы хотите развалить Россию, вы должны от нее отделить Украину и отделить на националистических идеях. Если вы это сделаете, первый шаг к развалу России уже сделан. Наверное, Бисмарка не только вы читали. Об этом же сказал Федор Достоевский в 1877 году. Об этом же сказал намного раньше. Вообще тут Солженицын вопрос... тоже об этом же говорил. Ну, не те слова, подсчитывают. Да. Хорошо, я попробую салат. Я стою, мне уже давно его хочется попробовать. Блюдо готово. Если честно. Блюдо готово. Ура! Да, так, ну тогда. Все, тарелки. Тарелки даешь. А чеснок же он потом выкладывается. Ну, поделимся, я понимаю. Выкладывается. Вот так в тарелку. Красота. Не, вообще чеснок сам по себе тоже вкусный. Достаточно. Не знаю, мясо попало, да. Нет? Ничего. Ой. Вот. Так. Но запах просто великолепный. Вегетарианский. Ну, на костре... Тот же плов можно сделать, все то же самое. На костре он намного вкуснее. Ну, конечно. На костре все вкуснее. Ну, да. К сожалению, мы в жилом помещении. У нас ограничены возможности. Да, не будем разводить костры. Ну, так, салат. Ну, сейчас попробуем. Давайте сначала я попробую салатик. Пробуем. Не совсем то, что я хотел, но... Ну, вкусно. Не знаю, что вы там хотели. Будем вкусно. Надеяться, что... Очень вкусный салат. Вкусно. Ну, вот такой рис интересный. Я думаю, ребята самые такие... Съемочная группа уже ждет, не волнуйтесь. Честные будут судьи. Они скажут. Можете мне поверить, что плов сейчас будет разметен. А вообще. Так, дайте я попробую. Божественно. Очень вкусно. А зимними холодными вечерами, да такую пиалку. Класс. У вас все-таки с братом однозначно есть кулинарный талант, я вам хочу сказать. Никак жаркое забыть не можем. У нас бабушка была повар, царство ей небесное. Работала в столовой в Константиновке. Она готовила такие блюда. Это не один, любой ресторан отдыхает. В общем, это на генетическом уровне, я поняла. Так, і від нашого партнера передачі вам сільське пиво
Помните, что если пиво не сельское, значит пиво никакое. Я, наверное, первый, кто получает пиво. Да нет, уже были. Пиво хорошее. Архитектор главный уже получил. Да, но плов не хуже, салат тоже. И нашим телеглядачам нагадую, что вы были сегодня на політичній кухні АТВ. І у нас в гостях був Ігор Припека, який є депутатом фракції партії регіонів у Сумській міській раді. Дякуємо, що прийшли до нас в гості. Спасибі. Спасибо вам.